Находимся в специальном зале Национального музея Республики Казахстан, где проходит приемка, упаковка экспонатов для их посещения различных международных выставок. Вот сегодня главный герой, конечно же, наш золотой человек, но есть и главная героиня, зовут ее Таксайская принцесса. Найдена она в Западно-Казахстанской области. Вот это великолепная реставрационная работа Крыма Алтынбекова. Она примерно ровесница Алтын-Адама. Говорят, было ей довольно много лет, и была она при жизни шаманкой, предводительницей какого-то степного племени. Вот у нее такая очень красивая остроконечная шапка, серьги, ожерелье. Находка эта сравнительно недавно. Произведена она была уже после 2000-х годов. Как я уже говорила, сделали это сенсационное открытие наши отечественные западно-казахстанские археологи.